Форум совещания по взаимодействию миром доверия в Азии празднует 25-летие. По этому поводу в Национальной академической библиотеке открылась выставка, где собраны архивные документы и фотоматериалы, отражающие этап развития совещания. СМДА является крупнейшей площадкой для обсуждения проблем коллективной безопасности на азиатском континенте. По словам министра иностранных дел Кайрата Абдрахманова, цель – привлечь внимание молодого поколения к истории становления СМДА и перспективам дальнейшего развития. Сегодня мы с большим удовлетворением можем сказать, что эта инициатива была успешно воплощена в жизнь. И это большое достижение не только отечественной дипломатии, но и всего нашего народа. Влияние СМДА расширяется с каждым днем. Это я вам могу без всякого преувеличения сказать, как очевидец тех многих событий, которые происходили. Эта организация охватывает почти 90% населения и территории азиатского континента. Уже сложилась как важная международная платформа не только в этом регионе, но и за пределами этой организации. Напомню, идея о созыве совещания принадлежит президенту Нурсултану Назарбаеву. На 47-й сессии Генассамблеи ООН в 1992 году он озвучил необходимость создания структуры для обеспечения мира и безопасности в Азии.